Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про популярные мифы о кастрации собак. К кастрации собак разные люди относятся по-разному. Кто-то видит в ней благо и помощь питомцу, кто-то считает ее абсолютно недопустимой. Сегодня вокруг кастрации витает множество мифов. Рассмотрим подробнее самые популярные из них. Кастрация вредна для организма собаки – первый популярный миф. На самом деле, согласно статистике, кастрированные животные живут на 2-3 года больше и чувствуют себя в пожилом возрасте лучше, чем их некастрированные собратья. Современные технологии позволяют сделать кастрацию быстро и без осложнений. А вот некастрация может привести к серьезным заболеваниям, например, к раку простаты и молочных желез, промежностной грыже, венерической саркоме. Собака должна родить для здоровья хотя бы один раз. Второй популярный миф. На самом деле, даже в дикой природе не каждая самка становится матерью, и это считается абсолютно нормальным. Бездетность также естественна для собак, как и способность приносить потомство каждый сезон. После кастрации собака теряет интерес к миру и становится очень ленивой. Еще один популярный миф. В большинстве случаев характер животного после кастрации меняется только в лучшую сторону. Собаки становятся более дружелюбными и ласковыми. А вот апатия может быть симптомом того, что в организме животного что-то не так. При таком поведении питомца необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Кастрировать – это дорого. Четвертый популярный миф. На самом деле намного дороже лечить собак от различных инфекций, передающихся половым путем. Сегодня кастрация питомца стоит от 2500 рублей. В разных городах нашей страны несколько раз в год ветеринарные клиники устраивают акции, во время которых кастрировать животное можно за цену стоимости препаратов для кастрации, а это 400-700 рублей. Кастрировать питомца или нет, каждый хозяин решает сам. Однако важно, делая выбор, не руководствоваться популярными мифами насчет этой процедуры. Все-таки решение о кастрации должно быть основано на реальной, а не на выдуманной информации. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!